Привет, ребята! Меня зовут Кривошейна Елена, где нужны мики обычно пелени. И я сейчас нахожусь около Жигулевского водохранилища. Сейчас я вам покажу. Во-первых, Жигулевское водохранилище. Во-вторых, Жигулевская ГЭС. Вот то, что я вам сейчас показываю, это как раз получается Жигулевская ГЭС. А издаля, ну далеко я достаточно нахожусь. И плюс еще на видео кажется, что, в общем-то, она не очень большая. Но на самом деле, когда подходишь рядышком, вот можно идти вот здесь по дорожке, по тропинке. Когда подходишь рядышком, она, конечно, громадная. И лучше всего, если вы поедете сюда, ехать весной. Потому что весной бывает спуск воды. То есть она прямо вот с этой плотины падает водопадом вниз. Это круто, это очень впечатляюще. Плюс удар по, ну как бы воды по воде идет очень сильно, с высоты она получается падает. И, во-первых, идет пена, ну пена, ладно. Идет волна очень сильная, то есть даже вот сейчас, смотрите, идет волна. Ну как бы, ну да, похоже на море. Ну и сверх как-то, ну так-то похоже, смотрите, красота какая, Жигулевские горы впереди. Вот эта вот волна бьет. Ну, вода-то, кстати, зеленая везде. Мы подъезжали уже с другой стороны, тоже была зеленая вода. То есть, наверное, уже не покупаешься в такой ситуации. Ну-ка, давайте сделаю фоточку. Солнышко, правда, очень сильно светит. Я почти ничего не вижу. Чего я там фоткаю? Как я там фоткаю? Ну, хоть как-то. И давайте водохранилище немножко вот так пробегусь, покажу. Смотрите, реальные горы, да, вот не просто красное словцо, я там на Жигулевские горы поехала, на самом деле какие-то холмики. А вот настоящие горы получается. Красотища! Путешествуйте, ребята, это круто, вот, реально. И подписывайтесь на канал, если у вас нет возможности путешествовать самим, я буду путешествовать и показывать. А вы со мной, приглашаю. Пока-пока!